Так, как мы его тут? Ага, заклеено. Что-то вот такой вот у нас джедай. Папа, это их фигу. Производство у нас китайцы, как всегда. Так, что-то... О, плащ! Смотри, у него есть. Смотри, какой плащ. Так. И меч. Да, и меч. Это у нас все вот. Да, инструкции по сборке. Это так. Его плащ. Папа, это его плащ. Папа, это его плащ. Папа, это его плащ. Я вижу, да, плащ. Ого, что-то у него запчастей. О, как у него маленький. Так, это довольно длительный процесс будет. Потому что запчастей здесь много, особенно вот этих мелких. Сами видите. Мне проще показать готовый результат. Сейчас. Так, ну что, собрали мы нашего джедая. Вот такой вот у нас получился. Подожди, Антош. С плащом. С мечом. Ну, тут у него еще такая фишка есть. Не знаю, для чего это. В общем, где-то у нас типа прикрывает хрупкое место. Папа. А сзади он у нас такой вот. Тут еще, правда, дополнительные штучки должны быть, вот, но я их не стал ставить, потому что они у меня не подошли. А потом оказалось, что есть еще в комплекте дополнительные, запасные. Я так понял, на тот случай, если здесь не подойдут вот эти темно-серые, то можно вставить те. И да. Здесь видно сразу шире. В общем, тут еще куча запасных запчастей есть. Да, нет. Вот такой вот у нас джедай. Оби-Ван Кеноби. Ух. Ну что, будем сыграться? Да. Да? Папа, он светится в темноте. Светится в темноте, видишь? Да. Проверять будем? Да. Так что, выключить свет? Да. Сейчас попробуем. Надо, мне кажется. А нет, что-то есть. Или нет, нет. Тут, наверное, плохо видно, оно тоже будет. Потому что мало темноты. Больше мало нужно. Темноты. Да. Просто давай джедай. Давай джедай. Покажи на камеру джеда. Покажи, да. Какой у тебя джеда. Давай в камеру показывай. Ну какой джедай классный, Антош. Папа, что, давай джедай. Твой джедай, да. Папа, ты он еще и двигается. Угу, ноги двигаются у него. Что, и руки? И руки тоже двигаются. Да, и руки. Задвигается, поднимается вверх, и вот такой у нас джедай.